Поэтому, но в целом закон нужен, и вся история Пусси Райт показала, что надо понимать, что он не понимает новое молодое поколение, кстати, ваше поколение. Мы Россия, у нас национальные традиции, тысячи лет здесь живут, умирали, что было государство, что была национальная церковь, все, что у нас ценное осталось от русской истории, как ни странно, это только русские православные храмы. Конечно, большевики все взрывали, но слава Богу, большевики ушли, ну хотя бы ценить это, не надо быть православным, надо понимать, нормальный человек должен понимать, что вся история России, русской культуры, все государства связаны с православием. Вся русская культура, вся великая литература связана с православием. Вот это надо понимать, и не больше.